пчелы поднялись в небо и через мгновение продемонстрируют для вас свою уникальную, яркую, насыщенную, незабываемую демонстрационную программу. Я добавлю, что группа Baltic – это первая частная гражданская пилотажная группа в прибалтийских государствах, основанная в 2008 году, а в 2011 году полностью обновила свой состав и теперь представляет собой высшей степени профессиональность, организованности, слаженности в демонстрации своих показательных программ выступления. Мастерство группового пилотирования на предельно малых дистанциях, четкость выполнения фигур высшего пилотажа, динамика и безопасность – это все то, что нас с вами сегодня ожидает в мире на протяжении 30 минут ближайших, пока балтийские пчелы будут в воздухе. Программа демонстрационного выступления группы включает в себя практически неповторяющиеся фигуры пилотажа, выполняемые в плотном строю в составе 6 самолетов. А самолет Л-39, конечно, не настолько тяговооружен, как, допустим, только что отлетавшие Су-30СМ. Не обладают они невозможностью преодолеть звуковой барьер, невозможностью включить форсаж. И тем не менее, мы сейчас увидим, как четко и слаженно работают летчики, как замечательно они держат строй в различных вариантах на разных режимах. Так что приготовьте фотоаппараты. Ваши глаза, ваши руки, все в небо, пилотажная группа «Балтийские пчелы». Итак, дорогие друзья, давайте знакомиться. Baltic Biz, ведущий группы, номер один, Артем Солодуха, позывной Маверик, окончил Кировоградское высшее авиационное училище летчиков, общий налет более 1000 часов. Номер два, ведомый позывной мейджор Игорь Юткин, выпускник Харьковского высшего военно-авиационного училища летчиков, летчик-инструктор первого класса. Общий налет около 2500 часов. Группа перед вами, включены фары, дымы, и пошла петля. Номер три, Анатолий Перекрестов, позывной маэстро, выпускник Харьковского высшего военно-авиационного училища летчиков. Летчик-инструктор второго класса, освоил такие типы, как Як-52, Л-29, Л-39 и МиГ-21. Общий налет более 4000 летных часов. Четвертый, Александр Заринч, позывной Копченый, Смолт, выпускник Качинского высшего военно-авиационного училища летчиков. Есть такое понятие «копченый». Это тот самый ведомый, который все время стоит за ведущим. Вот именно там находится Александр Заринч. Еще один участник группы, ведомый с позывным Джованни Алессандро Скарано, выпускник Балтийской авиационной академии. Общий налет около 1500 летных часов. Номер 5, он же солист, который будет сегодня выполнять одиночный пилотаж. Его позывной Батя Валерий Соболев, выпускник Молчанского авиационного училища летчиков, летчик-инструктор первого класса, мастер спорта СССР, заслуженный пилот России. Освоил Як-52, Як-18Т, Л-29, УТИ-МиГ-15, МиГ-17 и, конечно, Л-39. Общий налет около 4000 летных часов. Итак, познакомились и
Шоу начинается. Пилотажная группа Baltic после выполнения петель с поворотами, с приветственными проходами для вас. Начинается, как говорится, самое дорогое, что летчики приготовили для всех участников, зрителей, гостей, любителей авиации, пришедших сегодня на международный авиакосмический салон МАКС. Итак, внимание, в пилотажном порядке змей. Группа выполняет фигуру, которая называется снэк, то есть винт, говоря по-нашему, такой вот резьбой, поворачиваясь, буквально вкручиваясь в это ласковое, уже правда осеннее, но все-таки теплое, приятное солнце. Внизу 150 метров, наверху порядка 2000 метров. Артем Солодуха командует перестроение, пилотажный порядок, медовая сота. Наверное, каждый из вас знает, как она выглядит в виде такого вот ромбика. И вот сейчас самолеты уже в этом пилотажном строю находятся, пока что там наверху, с правой стороны. Сейчас завернут. Нужно разогнать скорость и продемонстрировать для вас очередную фигуру. Пилоты группы постоянно работают над совершенствованием своей программы, стремясь нести в нее всякий раз все новые и новые сочетания, отрабатывая свой небесный уникальный почерк. И совсем недавно произошло увеличение количества самолетов в группе до 6, что естественным образом подразумевает демонстрацию обновленной программы. Она стала более насыщенной, динамичной и оригинальной. Оригинальность демонстрационной программы заключается в том, что последовательность выполняемой группы фигур подобрана таким образом, что используются практически максимальные аэродинамические возможности. Команда Артема, выпустить дым, включить дым системы. Горки группой и появление с левой стороны. И перестроение в пилотажный порядок дельта с включением дымов для выполнения виража влево. Вираж влево начали с перегрузочкой для всех участников группы. Тем не менее, этой прекрасной пилотажной группы, группы, которая все время является желанной на всех наших показах на территории нашей страны, особенно здесь, на МАКСе и на моей памяти. Ребята, по-моему, не пропустили ни одного МАКСа, как минимум лет за 10 прошедших. Мы всегда рады их видеть, это наши настоящие друзья. Для нас нет границ языков, все мы разговариваем на одном языке авиации. Все мы с вами наслаждаемся этими уникальными фигурами группового пилотажа. Продолжает вираж. Жители многих стран Европы и Азии, таких как Швеция, Финляндия, Франция, Бельгия, Испания, ну, естественно, Эстония, Литва, Молдавия, Греция, Эмираты, Хорватия, Словакия, Иран, Россия, наблюдают и восхищаются красотой небесной роскоши, оставляемой самолетами подобно кисти художника. Это далеко не полный список маршрутных карт и показательных выступлений группы высшего пилотажа Baltic Beast. На сегодняшний день пилотажная группа не только узнаваема, но и авторитетна своим профессионализмом и востребована
на многих авиафорумах самого высокого уровня по всему миру. Итак, внимание, сложнейшая групповая фигура. Бочка в составе шести самолетов L-39. Дым-системы включены. И затем задержали, пошли влево. Ручка, педали, обороты. Полоса и выдавленные зрители на МАКСе 2019. Отлично. Бочка в составе шести самолетов особенно не просто было. Крайнему ведомому, на которого просто навалилась в какой-то момент группа, выполняя эту бочку. И тем не менее, все на месте, отличный строй. Самолет L-39 еще с советских пор стал летающей партой для многих выпускников различных авиационных школ, училищ, учебных заведений. И именно на нем получали путевку в небо те, кто еще с советских пор, окончив летные заведения, сейчас по-прежнему летает или, может быть, уже находится на заслуженном отдыхе и помнит этот самолет прекрасно. Он до сих пор в строю, и посмотрите, в каком прекрасном летном состоянии содержат его ребята пилотажной группы «Baltic». И какие чудеса они вытворяют в этом небе. Срочно готовьте фотоаппараты. Если кто-то звонит, кладите трубку. Сейчас будет выполнен уникальный групповой распуск шести самолетов L-39. Не просто смотрим, но и слушаем. Добавить обороты командует Артем. Включить дымы. Итак, Валерий Соболев, перевернутый полет пошел.
включил дым системы. Раз. Александр Заринч делает вот такие вот аккуратные вращения вокруг Валерия Соболева. У него перегрузка минус единица. Он видит вас и чувствует вашу поддержку. Продолжает Валерий Соболев лететь там в перевернутом полете. Вот сейчас только. Браво, батя может! Аплодируем! Валерий Соболев, Александр Заринч! Тем временем с правой стороны Артем Солодуха и ведомый Александр Скарамо будут выполнять парную синхронную бочку. Задир задержали и влево пошли. Обратите внимание, какой четкий строй держит эта пара, ветерок поддувает. Не так просто, но тем не менее, как влитые буквально эти два самолета L-39 и монтажные группы Baltic. Они закончили, отходят в сторону, а перед нами очередная пара. Это вновь батя и вновь Александр Заринч. Включены фары. И будет распуск. Раз. И на встречный. Ух. А сейчас пилотажная группа Baltic Beach продемонстрирует для вас огромное любвеобильное сердце. С таким вот сердцем каждый раз эта группа принимает участие в демонстрационных программах на МАКСе 2019 и дарит это сердце каждому из вас, дорогие друзья. С любовью, Baltic Beach! Справа у нас Анатолий Перекрестов. Итак, стремительно сейчас с разгоном скорости встречный пилотаж. Слева 600 км в час, справа 600 км в час. Высота 100 метров. Самолеты мчатся навстречу друг другу. И внимание! Раз! С бочками вправо! Косички демонстрируют на фоне этого прекрасного неба балтийские пчелы, включены дымы, и вот смотрите, какие траектории оставляют после себя в небе эти прекрасные парни. Небольшая.
И с высоты 100 метров Валерий Соболев начинает эту бочку. Сложнейший элемент на такой небольшой скорости для этого самолета. Задир, задержал и вращение. И вновь ручка, педали, оборотики. И вновь он видит всех, кто пришел сегодня на МАКС. Рядом со мной стоят представители группы, которые помогают ребятам с земли при возможности и при необходимости. Они слышат ваши аплодисменты, так что давайте поприветствуем балтийские пчелы! И до встречи здесь на земле, они обязательно появятся перед вами
уже, когда выйдут из своих самолетов, для того, чтобы поприветствовать максимальное количество каждого из вас, кто пришел сегодня, крайний день работы авиакосмического салона МАКС 2019. Всех, наверное, обойти, конечно, физически не получится, но, тем не менее, максимальное количество, ребята, обещали поприветствовать лично. Так что дождитесь. Ну а пока давайте дождемся их на полосе. Ведь полет любой пилотажной группы считается неоконченным, пока крайний самолет не завершит этот очень важный и необходимый элемент, как посадка. Итак, вот первый самолет L-39 снижается, обороты малый газ. Уже считанный метр над полосой включает дым-систему. И мы приветствуем номер 4, это Александр Заринч, позывной Копченый. Аплодируем Саше. Он благодарит вас включением дым-системы за ваши аплодисменты. Следующий самолет также с дымом. Касается полосы, это Анатолий Перекрестов, позывной маэстро. Толя, большое спасибо, ваши аплодисменты.